Добрый день! Меня зовут Николай, я работаю в компании Torex. Наша команда сняла довольно большое количество роликов на дверную тему. Это и обзоры моделей, и различные лайфхаки. Этого количества роликов было достаточно, по крайней мере, мне, для того, чтобы я задумался о замене своей входной двери. Можете меня поздравить, я купил и установил себе дверь Ultimatum M от Torex. Поэтому сегодня не обзор, а отзыв. В первую очередь при выборе двери обращали внимание на звукоизоляцию. Потому что со старой дверью было слышно, как пищит домофон, когда открывается входная дверь в подъезд. Было слышно, как проходят соседи мимо нашей квартиры. Было слышно, как они ведут своих собак на прогулку. И даже слышно было, как они приходят забрать почту. Потому что квартира наша находится как раз напротив почтовых ящиков. С новой дверью в квартире стало в разы тише. То, что раньше нас беспокоило, сейчас мы этого просто не замечаем, потому что все шумы остаются за дверью. Второе, на что обращали внимание при выборе двери, это, конечно, замки. Замки надежные, крепкие и, самое главное, удобные. Дело в том, что мой сын – школьник, и в скором времени, я надеюсь, самостоятельно будет ходить в школу. То есть он будет закрывать и открывать дверь. В двери Ultimatum M как раз такие замки. И сын легко с ними справляется. Мы искали конкретный дизайн двери. Это классический стиль и белый цвет. Но ведь дверь должна соответствовать интерьеру, скажете вы. Я полностью с вами соглашусь. Мы планируем делать ремонт. Мы заменим межкомнатные двери, переклеим обои и сделаем откосы. И вот тогда все будет еще красивее. Почему же я выбрал дверь Ultimatum M? Это высокая звукоизоляция, надежные и удобные замки, и, конечно, тот дизайн, который мне нужен. И еще, нестандартный размер. У меня проем нестандартный, 2300 по высоте. Для двери Ultimatum M 2300 – это стандартный размерный ряд. Именно поэтому такая дверь заняла достойное место в моей квартире. Еще одна мысль напоследок. Я работаю в компании Torex с 2008 года. Всегда был уверен в качестве производимой и продаваемой продукции. После того, как я поставил себе дверь и пользуюсь ей, моя уверенность стала еще выше. Не зря же говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.